И? Куда собрался? Температуру видишь? Вот я тебе говорю, вот здесь сюда вот убавишь, если что, здесь поток воздуха убавишь. Хорошо. А ты куда собрался-то? За телефоном. Для вас, телезрители наши. Покупаем Samsung S8 из-за того, что камера там фронтальная, жвачка. Вот я свинья, да? Так я только жвачку взял, ребят, вот только что взял, и она меня снимать начинает. Пошел я за S8, получается не плюс, простая версия, получается маленький, на 64 гигабайта, за 41, сколько он, 41 тысячу, да, дает мне? Да. У меня друг, ну как бы знакомый хороший, другом не назовешь, но знакомый хороший. Так что вот я побежал к Лизей, вам покажу. У него там точка своя. Да, вон там. У него по городу много точек, но вот там у него лежит сейчас наш телефон. Сейчас пока вот с такой бандурой хожу, которая атакует Настя. Настя будет пользоваться. Ну, Саша сказал, что ему этот размер уже не нравится большой. Нет, дело не в том. Много вот как раз ребят пишут под комментарии нам, что звук стал хуже. Когда мы снимали раньше на Samsung, звук был намного лучше. А на iPhone у него моновский, получается, один только микрофон, и он пишет очень тихо. И когда последний раз мы записывали видео про обзор, как он, на посекундчике, да? Да. Там меня вообще не слышно, поэтому сейчас мы берем Samsung, ребят, и будем пользоваться Samsung. Я буду пользоваться Samsung и снимать теперь все логи на Samsung. То есть картинка будет намного лучше, там и камера, и апертура лучше. Саша обещал, что поменяем телефон, влоги будут выходить чаще. Да! Вы только пишите что-нибудь хотя бы. Не только лайки ставьте, но и дизлайки. Ну давай, на старт, внимание, марш. Короче, ребят, я не бомж, мы просто с пробежки с Мариной. Вот, пришла посылочка с магазина рядом, много-много всего заказали. Обновили немножко кухонный гарнитур Маринки, получается, мультиварку. Что, Мариш, еще мы там заказали? Новую чашу. Ну, покажи, что еще там заказали. Ножи заказали. И дополнительные панельки для мультипекаря. Вот, такая вот посылка сегодня пришла. Все, запаковано, как видите, прям классно, прям добротно. Сейчас мы посмотрим, что там. Шла на неделю, то есть мы заказали в интернет-магазине, получается. Сколько она пришла времени? Ну, около недели. Заказали мы на прошлой неделе, во вторник они сказали, что они ее отправили, позвонили, уточнили. И вот сегодня пятница, сегодня она пришла, в принципе, сколько? 3 дня, да, полных шла. Компания Redmond. В принципе, у нас практически вся, да, бытовая техника этой компании, ну, кухонная именно. Если бы они, конечно, еще телевизоры выпускали, мы бы, наверное, телевизоры покупали бы, да? Ну да. В принципе, компания себя зарекомендовала на рынке хорошо. Мультиварки у нас скоро будет видео. А там вот видно, мы новую мультиварку выбрали. Сколько мультиварок у нас лет получается? 4-й год. То есть, две мультиварки, они обе как бы 4-й год им пошел. Да, то есть получается 4 года они отработали. Вот, и соответственно. Ну не 4, 3.5. 3.5, проблем тут нету. Сейчас смотри, как говорит, ну хоть что-то такое уже новенькое, как бы, наверное, и технологии какие-то там поновили, все равно как бы. Что-то, даже просто для себя хочется что-то новенького. Поэтому вот, заказали что-то новенькое. Ну давай что-то открывать. О, сколько всего, сколько всего. Вот, ребята, смотрите, получается новая мультиварка. Доставай. Управляется с телефона. Конечно, мы на нее обзор снимем. Увесистая. Перед тем, как выбрать, я, как обычно, много прочитала. Да, Маринка вообще хотела вот именно такую, вот с этими. Было, да, две одинаковых. Ну, в принципе, 390 и 391. Они внешне одинаковые. Она и загорелась давно, на самом деле. То есть она мне трясется, этой мультиваркой давно. Но ребята сами понимают, что стоит мультиварка ни копейки. Да, я Саше говорю, надо новую мультиварку. Мы уже 3 года снимаем в одних и тех же. Это получается. Ребят, я не бомж, ну реально как бы с пробежки сырой, просто быстренько заснять, чтобы это не получилось так, что мы раскрыли, не показали вам. Ну да, очень... я хотела, Саша говорит, давай откроем. Я говорю, давай. Он говорит, давай запишем. Я говорю, да не. Очень много, ребят, очень много, вот честно скажу. Это... И даже гаишники нас останавливали тогда, да, помнишь, ребята спрашивали, когда. То есть узнают, реально узнают, как бы спрашивают, что, когда у вас видео будет, на канале мало видео и тому подобное. Я говорю, видео, материала очень много, но я ленивая жопа. Но у нас вообще, если честно, произошло в семье очень много изменений. Марина как бы ушла с работы, получается, мы сейчас как бы работаем сами на себя. Вот. Плюс как бы тут у меня кризис как бы возрастной, такой, как у всех мужиков бывает. То есть это был, соответственно, это вот смотрите, какая красота. Многие задавали вопрос, какими ножами мы режем. Режем мы Redmond.
Ну, это вот новые ножи, в принципе, можно вот, Саша, с кухни принеси, те чуть-чуть вот уже подзатупливаются. Сейчас, ну, там уже срок такой огромный просто по ножам, и как бы в итоге там... Был выбор, или отдавать точить, мы их уже один раз точили, в принципе. Вот. Вот они. Ну, вот они. Да. То есть, ну, их хватает надолго, ребят, реально надолго. Марина все рецепты им записывает, причем раньше вообще курицу рубила, как бы, эти косточки. А за заточку берут Друша где-то 200. Где-то записывал, как бы, ну, есть такие блогеры, как раз он нас рекламировал. Есть такие блогеры, которые курицу керамическими ножами рубят. Это в адрес Марины было. Но один раз мы их точили, 250 рублей за заточку одного ножа, в принципе, дешевле выходит, по-моему, новые купить, мне кажется. Поэтому новые ножи купили. Вот, новыми, ну, знаете, старые так тоже оставили, не выбрасывать же их. В принципе, вот подставочка. Все красивенько, все аккуратненько. То есть вот так вот. Ну, взяли то, что уже проверено, да, то есть, в принципе, эти... Слегка, но это, видимо, я так понимаю, где-то просто на складе лежало. Вот. Как подарочный набор будет классный. Они, кстати, даже это, они такие прям, это, мне кажется, немножко другие даже какие-то. Другие? Ну, как бы, ну те ножи, материала. Потому что им тоже уже в года три, наверное, да? Красивенькие такие, вот. Ну, визуально они такие потом, же. Вот у нас получается вот это. Ребят, у нас тут лестница, стремянка стоит. Просто я Марине не буду показывать, чтобы он, наверное, не наводил. Наверное, зеркало уже запалили. Потому что все равно, как бы, вот шкаф нам установили. То есть не до конца тут еще очень много будет работы. Тут еще с потолком работа будет. Ну, то есть это потолок натяжной, мы его будем поменять. То есть, ну, работы много. Поэтому вот только шкаф собрали. Ну, кто-то видел, когда мы квартиру покупали, здесь был коридор. Ну, да, вот по всему коридору мы установили шкаф. Ну, полностью хороший. То есть, ну, в принципе, все, что помещалось, как бы он очень крупный. Ну, в принципе, так. Обои будут меняться. Работы будет много, ну, на самом деле. Ну, я думаю, что обои года два еще может. Ну, года, может, два, да, еще оставим. Ну, сейчас у нас на подходе ванна. Ванна, туалет, да. То есть мы как бы вот так распределяемся. Ну, вот. Маришка то, что хотела, то есть сначала она кайфует, то есть вот эти формочки, она балдеет, буковки, то есть ждите скоро, получается, ретисет с буковками. Они, я не успеваю это следить за обновлением, их столько много этих всяких панелек новых, да, выходит. Ну, соответственно, видите, хочется, чтобы постоянно что-то на канале было новое, ну, как бы, как-то интересное было. Вот это Маринкина чаша. Ну, чаша для 800-й, видели, наверное, я часто сейчас бумагой для выпечки пользуюсь, потому что прилипать, на, ну, все равно со временем покрытие чаши изнашивается. Вот новая чаша. Ну, ребят, стоит отметить, что почему не Polaris? Вот Маринка как раз это часто задают вопросы, как бы, почему не Polaris, почему Redmond? Вот давай-ка ответь просто вот это по чашам. То есть она мне как раз это объяснила тоже в свое время. Я-то это сейчас все понимаю, многие не понимают, а многие... Ну, мы еще отдельно видео запишем, как выбрать мультиварку и в чем преимущество, на что обратить внимание. Но самое главное, о чем многие, в принципе, в обзорах умалчивают, в письменных обзорах, в видео обзорах, никто не говорит про чаши. Так или иначе, мультиварка стоит, пусть там, 5000, округленно говоря, и ну, средний, отдельно купить чашу к мультиварке, которая дешевая, невозможно. Угу. Вот, и поэтому так, что у нас тут еще? Или в сервисных центрах приходится заказывать, или вообще мультиварки, у некоторых нет запасных чаш. Да, ребят, так как вы знаете, что мы начали записывать не только для мультиварки, начали записывать еще и простые рецепты на канале. Было очень много, как бы, просьб, именно что по простым рецептам мы их начали записывать. То есть мы как-то определили так, что мы там определенное количество для мультиварки и как бы чуть-чуть поменьше, но как бы для там духовки, плиты и, соответственно, вот сковородочки, ребят. Сейчас будут рецепты и на сковородке записываться. Да, оказалось, что классно. У Redmond тоже есть такие сковородки. Мы покупали одну сковородку с титановым покрытием, да. Очень толстым. Наш отечественный, как производитель, получается, этот, как-то он, три буквы, металл что-то какой-то. Да. Какой-то там металл, короче, ребят, вот. Причем мы увидели, что у Редмонда, да, есть сковородка, мы хотели вторую сковородку покупать, потому что у Маринки одна сковородка, она была поглубже, да, получается, диаметр ты хотела, вот это поменьше диаметр, да, сковородка. Да, поменьше хотела чуть-чуть. Вот. И получилось и так, со съемной ручкой я хотела. У Редмонда толщина оказалась больше, чем у этого титана, получается, толщина металла, представляете?
А цена получается практически такая же. То есть, соответственно, у них та же акция. Мы взяли по акции ее, на нее была скидка, мы взяли со скидкой. Но еще не пробовали, в принципе, отзывов мало, но по описанию, по толщину дна и стенок, она как бы толще, достаточно хорошая. Ручка. Посмотрим, как будет на самом деле. Давайте распечатаем, в принципе, посмотрим, что за ручка. Все это дело так вот все распечатаем сейчас. Все, видите, как запаковано классно, то есть... Заказывать на самом деле в интернет-магазинах, ребят, проще. У них все просто больше выбора. Мы были в офисе, возле, да, этого, возле Колизея. Во-первых, выбора не так много. Во-вторых, все лежит пыльное. Ну, такое, как бы, знаете, ну, все равно видим, что-то... Им мало, да, выбора. Мы покупали мясорубку в подарок, нас спросили. Угу. Причем выбрали ее также на сайте, приехали в отдел, а там и просто ну, такой мясорубки просто нет. Такая, хотя числится, видите, что есть. Вот смотрите, я покажу просто поближе. Вот такая вот ручка с кнопочкой. Ну, съемная. Увесистая, слушай, тяжелая вообще. Прям внутри металл. Угу. Прям вот так. А покажи толщину-то сковородки. А да, я сейчас бумажку сниму. Так, что, или бумажку потом снимем обзор отдельный, как бы будешь записывать бумажку снимем. Ну ты что хочешь, чтобы я на все обзор еще сняла? Ну, обзор сковородки запишу, вот такая толщина, вот видите там. Вот. Mm-hmm. Но будет отдельный обзор, как бы такой этот. Мы сравним с той сковородкой, как раз вот, вот видите, железная какая основа, то есть железная здесь как бы металл. Ну, чтобы видите, использовать в духовке, то есть, удобно очень толстый для съемной. Металл. Как раз это качественно сделано. Так, я такой, что... Ну и в итоге возвращаемся к магазину, который у Колизея. Выбора мало, смотрели панельки для мультипекаря, выбора тоже нет. Поэтому уж решили заказать все вместе и все сразу. Так, здесь у нас получается панельки вот такие. Вот искали детские панельки, их долго не было в продаже, я все караулила. В итоге вот они появились. Ну, потому что разбирают быстро, и получается так вот на сайте раз смотришь, появилось, и заказываешь, уже нету. То есть вот такая ситуация. Люди тоже берут. У них, кстати, сейчас реклама идет, очень много рекламы именно идет по мультипекеру, и за счет этого, как бы, есть, видимо, какой-то небольшой ажиотаж перед Новым годом. Открой шкаф, где у нас панельки лежат, давай покажем, сколько их у меня уже. Так, на самом деле, как бы, тут, получается, еще не все так заполнено. Ну, ты можешь отойти отсюда, кстати, можешь роутер мой показать, вот такой вот у нас. Хвостушка. Ну, ты паучок. Ну, тут частично ты отключил, потому что очень раздача большая. Да, вот мои панельки. Там 2 ГГц, 1.24, то есть очень мощная такая штука. Вот, это маленькие все, как получается, эти... Панельки. Панельки, вот они, видите. Да, там некоторые идут без этого, без коробочек, это которые были в наборе. Это фотоаппарат Маринкин, ребята отдали ему 300 тысяч, да, в общей сложности за фотоаппарат. Ну, 200 с чем-то, да. Ну, со всеми стойками и тому подобное, как раз где-то 300 тысяч ушло. В кредит мы взяли, да. Так что платим кредит за фотоаппарат, чтобы для вас видео были получше, по качеству. Да, это моя игровая мышка, которую я видео снимал, вроде не помню. Нет, не снимал, хотел. Хотел, да, игровая мышка специально. Ну что, осталось в коробке? Все? Да. Ну, это все. Большая коробочка. Вот. Все, ребята. Вот вроде бы это. Вот вроде бы и все. Да. Тут Наська подскочила этим делом. То сразу между делом так сразу как бы похвастаться. Да, то, что она на свои денежки купила, то есть она там подкопила, накопила и, соответственно, вот такую футболку заказала. Получается, что еще заказала? Две футболки, получается. Cult is Dead и Oxylogo. Ну, то есть там они с логотипами, все официально, да, с росписью. С росписью. То есть от Оксимирона, да, это сейчас мода. И даже девочки, вот на день рождения Оксимироновские, это подарила девочка, у них плетет. Ксюша сплела. Да. Ксюша зая. Может, нам тоже футболку с нашим логотипом будут ставить? Лили, ты как там? Тебя все заставили, да? Пипец, сплошные коробки. Все покупками. Ну, а где ты там говорила мне какие-то там сзади есть эмблемки, там что-то настоящее, настоящее? Вверх, раз. Ну. Так, подожди, стой, не настроилось что-то. О, ага. Раз. И вот на это легче будет показать, потому что шеврот. Ну, типа, это все считается, это крутое, настоящее, да, считается? Оригинал. Ну, и сколько, я понял, сколько вышло все это твое дело? Футболки 2600 и доставка 250 рублей. То есть, ребята, видите, какой раз, то есть, все, заказывать можно через интернет, с интернета спокойно, то есть, официальных сайтов, как вот технику бытовую, так и футболочки. Да. Но есть одно но. Когда в поиск выбиваешь OxyShop, то там первый выпадает какой-то ненормальный сайт, поддельный, угу, где
там написано русскими буквами oxyshop.rf. Не берите, подделка. Там и от 17.03 Family футбол. Слушай, у тебя что-то с глазом? Его нету. А, он есть! Ты пыталась нас обмануть. Нет. Ну все. Ссылка упала. Там футболки... Давай сделаем так, ты касаешь комментарий к этому видео и сделаешь ссылочку, где покупала, хорошо? Угу. Чтобы люди знали. И мы сделаем ссылочку. Да, а мы сделаем ссылочку на технику Redmond, а Наська сделает ссылочку у нас, получается, на Оксимирона. Да? Да. Все. Няша? Да. Империал. Ну, хорошо. Оксана Виша. Всем пока. Бай-бай. Лили? Мяу. Ну-ка давай, покажись, красавица, ты у нас такая красивая киса. Мамина киса. Моя киса. Лили. Лили. Скажи всем пока.